Итак, то, что происходит в Украине с доступом к информации, это кранты. Можно было сказать более весомое слово, но не хочется с этого начинать. Поэтому кранты иначе не назвать. И кранты эти в меньшей мере заложены в нечетко выписанных законах. Давайте посмотрим правде в глаза. У нас и прямые нормы перекручивают. То что уже говорить о том, если законы выписаны, мягко говоря, некорректно. То есть главная причина той неприятной ситуации, в которой оказались украинцы с доступом к информации, это неспособность и нежелание юридического сообщества выстраивать логические цепочки и придерживаться духа законов. Потому что именно дух законов позволяет перешагнуть через ошибочно поставленную запятую, проигнорировать что-то абсурдное, через какие-то ошибки, в том числе печатные. Но попробуйте, попробуйте вспомнить о духе закона прожженному юристу, тогда смеют же. Потому что в Украине мало кто помнит, что это такое. А вот обосновать что-то нелогичное, обосновать бессмыслицу, найти глубокий смысл там, где его нет, и поймать в этом свою мутную рыбку – это наше все. Поэтому, чтобы понять глубину пропасти, в которой мы все находимся в плане доступа к информации, проанализируем сначала, как это выглядит на Западе. Потому что там, в цивилизованном обществе, юриста, который не умеет чувствовать дух закона, система расколет на первом скачке. У нас же все наоборот. Намажут масло на хлеб и вытолкнут на передовые позиции. Поэтому начнем с того, что систематизируем информацию, как это принято на Западе, посмотрим, как это коррелируется с украинским законодательством, и тогда все станет на свои места. Итак, в цивилизованных странах информация, как правило, делится на категории. Самый большой массив – это публичные данные. Они находятся в свободном доступе для общественности. Их можно использовать на свое усмотрение, в том числе повторно, и расшаривать без каких-либо последствий. Например, имя и фамилия, описание вакансий, пресс-релизы и многое другое. В Украине есть закон про доступ до публичной информации 13 января 2011 года. Эту дату нужно запомнить, она еще нас не раз пригодится, и мы к ней прибегнем. Согласно этому закону, публична інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень інших розпорядників публічної інформації, визначених цих законом. Значит, все цитаты из законов я буду читать медленно на мове оригиналу. Право на информацию – это одно из фундаментальных прав человека. Статья 34 Конституции устанавливает, что каждому гарантуется право на свободу думки и слова, на вольное выражение своих поглядів и переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. І це совершенно справедливо, іначе общество не в состоянии развиваться. Чим прозрачнее общество, тим доступнее інформація, тим быстрее рішаються болезненні вопросы в обществі і тим лучше уровень жизни. Многие до сих пор этого не понимают. Считают, главное поесть. А информация – это такое дело. Но оказывается, все наоборот. Поэтому в договоре о функционировании Европейского Союза отмечается, что любой гражданин Союза, любое физическое или юридическое лицо, проживающее или имеющее зарегистрированный офис в государстве-участнике, имеет право доступа к документам учреждений, организаций, офисов и агентств Союза, на каком бы носителе они ни размещались. И это право закреплено в статье 42 Хартии основных прав ЕС. Но любая свобода где-то ограничивается. Так и с информацией. На Западе такая информация часто называется классифицированной. Классифицировать – это значит установить уровень доступа к информации в зависимости от ее sensitivity, чувствительности, уязвимости. Чувствительность – это мера ценности информации, степень ее важности, степень ее ценности. И в Украине все эти ограничения логично тоже установлены законом про доступ до публичной информации под названием «Информация с обмеженным доступом».
Мировая практика по степени ценности и важности разделяет информацию на следующие категории. Первое. Confidential data. Эта информация недоступна для широкой общественности, и нужно запомнить и уяснить главный ее признак. Это тайна в пределах определенного круга лиц, то есть она не предназначена для всех желающих ее знать. Это может быть персональная информация, в отличие от обобщенных данных, например, статистических. Персональная информация считается приватной по своей природе. К примеру, информация о состоянии здоровья, адрес регистрации, опыт работы, финансовые данные. В США в соответствии с федеральным законодательством и законом штата, в зависимости от штата, предприятие обязано внедрять и применять политику и процедуры, предназначенные для защиты от несанкционированного изъятия частной информации на основании юридической ответственности. Например, конфиденциальные данные в США разделяются на три типа. Первый тип – это информация о сотрудниках, там адрес, дом, электронная почта, номера социального страхования, информация о состоянии здоровья. Ну вот на этом рисуночке видно примеры персональных данных. Имя и фамилия, домашний адрес, email, номер ID, как я понимаю, данное местоположение, IP, интернет-адрес и рекламный идентификатор телефона. Это все персональная информация о сотрудниках. Второй тип – это управленческая информация. Там дисциплинарное наказание работника, сокращение штата, причина увольнения, расследование преступного поведения работников. Такое. И третий тип – это информация о бизнесе. Тут идет речь о прогнозируемой прибыли. Доход, бюджет, там, отчеты о расходах, прогнозируемые, потому что финансовые отчеты уже по факту, они в основном всегда открытые, выставляются на всеобщее обозрение. Но что планирует предприятие, вполне может быть конфиденциальной информацией. Там о производственной эксплуатационной инфраструктуре и составе персонала тоже. Основная причина, почему такую информацию надо защитить от разглашения, это мошенничество и кражи личных данных. А это может привести к недоверию. Работники будут чувствовать себя неуверенно, недовольны руководством, если будут знать, что их персональные какие-то данные куда-то утекают. То есть речь идет о защите от несанкционированной утечки информации, и это очень важно понимать. Безусловно, именно законы диктуют политику и процедуры защиты конфиденциальных данных, таких как персональные данные, медицинские документы, подробности логистики компании и тому подобное. То есть запомним навеки вечные, конфиденциальные данные охраняются законами или юридическими документами. Причем дальше мы увидим, что не просто ссылкой на закон, что ты сослался, я по этому закону. Только законом, потом еще надо в документе прописать, почему ты этим пользуешься. Но об этом мы немножко ниже поговорим. То есть конфиденциальные данные охраняются законами или юридическими документами. Многие законы и правила содержат требования, которые поощряют классифицировать полученные организациями данные. Самые распространенные из них. Ну, например, закон о медицинском страховании, доступности медицинских услуг и подотчетности. HIPAA. Там говорится о таких данных, как PHI, Protected Health Information, защищенная информация о здоровье. Это демографические данные, истории болезни, результаты анализов лабораторных тестов, состояние психического здоровья, информация о страховании и другие данные, которые собирает медицинский персонал на каждого пациента. Такие данные относятся к высокой степени риска, поэтому правила безопасности HIPAA требуют, чтобы все причастные субъекты хозяйствования, деловые партнеры внедряли административные гарантии, которые бы обеспечили конфиденциальность, целостность и доступность PHI. То есть, ну здесь понятно, потому что, например, психическое здоровье – это настолько личная информация, ею можно манипулировать, поэтому утечка такой информации может нанести огромный вред людям. Такие данные надо сохранять. Второй такой закон – это стандарт безопасности данных в области платежных карт. PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard.
Он обеспечивает стандарты для процессов и систем, которые продавцы и поставщики используют для защиты данных. Это информация, например, о имени владельца карты, номер основного счета, дата, окончание срока действия карты и ее безопасность. Здесь тоже понятно. Наша карточка – это на ней наши деньги, и их тоже утечка таких данных может катастрофическим последствиям для человека повлечь. То есть мы уже потихоньку начинаем понимать, что для того, чтобы информация из публичной вдруг стала конфиденциальной, нужны отдельные законы или какие-то документы, юридические или основанные на юридических, согласно которым кто-то должен их туда отнести, в зависимости от степени их важности и чувствительности. Понятно, что это не просто курьер или даже юрист или секретарь на уровне бла-бла-бла решают вдруг в телефонном режиме, какая информация является конфиденциальной на уровне «вам туда нельзя и вам туда нельзя, потому что мы тут с водителем за рюмкой чая так решили». Как правило, конфиденциальной информацией является коммерческая тайна. Это формула, практика, процесс, дизайн, инструмент, узор или компиляция информации, то есть данные, которые не являются общеизвестными и с помощью которых бизнес может получить экономическое преимущество над конкурентами или клиентами. Немножко о терминологии. В некоторых юрисдикциях такая тайна называется конфиденциальной информацией, но при этом она не является classified, как в Соединенных Штатах, потому что classified касается правительственной информации, которая охраняется различными законами. Вторая категория – это служебная информация, internal only, предназначена исключительно для внутреннего персонала компании или ее сотрудников, которым предоставляется специальный доступ. Это может быть служебная записка или другие средства коммуникации, бизнес-планы и тому подобное. Третья категория – это секретная информация, secret restricted data. Это такие данные, которые правительство считает, что их необходимо защитить от человеческого глаза. Доступ к секретной информации ограничивается законом или нормативно-правовыми актами. Только определенные группы лиц имеют необходимое разрешение к этой информации, а неправильное обращение с ней может привести к криминальной ответственности. Сюда относится самая секретная информация, которой в основном владеют стратегические отрасли, ядерная, энергетическая и другие. Ну, к примеру, есть такое руководство по эксплуатации национальной программы мероприятий для предотвращения утечки государственной секретной информации, находящейся в распоряжении промышленности. NISPOM и так далее. Разница между секретными и конфиденциальными данными заключается в том, что секретная информация находится в допустимых пределах limited within bounds, тогда как конфиденциальная, как мы помним, хранится в тайне среди определенного круга лиц. И этот круг лиц устанавливает опять, как же мы помним, документ какой-то. То есть это очень важно понимать, что секретная – это в допустимых границах, возможно, цех какой-то, целый цех, и туда запрещен вход какой-то ядерный, может, там реактор, что-нибудь такое. Вот, и limited within bounds, а конфиденциальная – это определенный круг лиц, которые знают эту тайну. Понятно, что с годами степень важности или ценности любой информации снижается, и она подлежит деклассификации или даже переходу в статус публичной. Вот так, в США есть такое постановление правительства о рассекречивании – Declassification and Executive Order, которое устанавливает, что рассекречивание не должно происходить автоматически в результате несанкционированного раскрытия идентичной или подобной информации. Однако, за исключением особых обстоятельств, информация должна автоматически рассекречиваться через 10 лет. Эти конкретные обстоятельства включают ситуации, в которых разглашение информации угрожает национальной безопасности. Видите, как все серьезно. А также случаи, когда автоматическое рассекречивание может нарушить законодательный устав.
Вот, например, в 1999 году выпустили поправки 12958, которые определяли рассекречивание старше 25 лет информации, если она имеет историческую ценность. Если раньше постановление правительства предусматривало рассекречивание в течение 5 лет, то постановление 13142 продлило этот период на 18 месяцев. Как сообщала Washington Times в декабре 1999 года, это изменение разозлило американцев. Легион и другие группы ветеранов, которые желали найти там записи со времен Вьетнама для получения информации о военнопленных и других лиц, пропавших без вести. Теперь, когда мы прониклись всеми категориями информации с ограниченным доступом, то начнем нюансы изучать. Во-первых, подчеркнем разницу понятия конфиденциальности и приватности. Это больная тема в Украине, поэтому здесь мы будем уделять внимание. Итак, confidentiality. Конфиденциальность. Данные, у нас любят это слово, им постоянно оперируют где угодно. Но данные считаются конфиденциальными, если доступ к ним ограничен, как мы уже говорили тысячу раз, и повторим еще раз, определенным количеством лиц и организаций. Например, бизнес-планы, интеллектуальная собственность, внутренние прескуранты и другие виды конфиденциальной финансовой информации. Такую информацию часто шифруют. И шифровка – это очень важный элемент для защиты информации такой при передаче данных. То есть один направил зашифрованную информацию, другой как-то ее расшифровал на другом конце сети. Брандмауэры и строгий контроль доступа используют для защиты такой информации, которая обрабатывается, хранится в компьютерных системах. Другое понятие – privacy, приватность. Принцип приватности – касается того случая, когда система, какая-то система собирает, использует, хранит, раскрывает и распоряжается персональной информацией. Данные, которые идентифицируют личность, по которой можно определить гражданина. Например, фамилия его, адрес, номер социального страхования. Некоторые личные данные, касающиеся здоровья, расы, сексуальности, религии, они являются очень чувствительными, считаются. И, как правило, им нужна дополнительная защита. Чтобы защитить все личные данные от несанкционированного доступа, необходимо устанавливать секреты контроля над ним. Но само по себе имя, например, Максим Шевченко, не всегда может быть такими персональными данными, которые нуждаются в защите, потому что масса людей с таким именем. Однако, если это имя сочетается с другой информацией, например, адресом, местом работы или номером телефона, этого обычно бывает достаточно для точной идентификации одного человека. А вот эта картинка должна запечатлеться в вашей памяти и гореть огненными буквами. Это confidential is not privacy. Confidential is not privacy. То есть конфиденциальная информация не является приватной. Это не синонимы. Абсолютно. И поэтому эта картинка это объясняет. Посмотрим на нее. Что такое конфиденциальность? Первое. Соглашение между сторонами. Второе. Контроль к доступу к этой информации. И очень важно, персональная информация может подпадать под действие закона о приватности, а может и не подпадать. Вторая категория – это приватность, privacy. Приватность, то есть данные могут быть или публичными, или приватными. Notice consent. Что это значит? A privacy notice. Это когда организация выдает какой-то общедоступный документ, в котором она объясняет, как эта организация обрабатывает персональные данные и как она применяет принципы защиты данных. Consent – это наше согласие, декларация согласия гражданина. Например, я даю какой-то организации право использовать мои персональные данные в исключительно каких-то целях. Пропорциональность. Речь идет о том, что обработка информации должна быть адекватной, актуальной, подходящей, необходимой и не чрезмерной по отношению к заявленной и указанной цели. Например, у вас задача провести анкетирование какого-то района, города,
ну, в экологических каких-то целях. Это значит, что вы должны так составить анкету, чтобы это были только вопросы об экологии. То есть не надо туда включать, как вы провели отпуск и всякую другую муру. Или, например, если вам дали какой-то район опросить, не надо лезть на другой район. То есть все должно быть пропорционально вашей цели, адекватно. И здесь мы подошли к закону, который стоит отдельно от того, что мы рассмотрели выше. Ну, чуть-чуть касались этих только положений. В Европе это постановление ЕС от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных. В Украине это закон про захист персональных данных, который вступил в силу 1 января 2011 года. Итак, этот закон еще называют General Data Protection Regulation, GDPR, общий регламент по защите данных. И он касается только случаев обработки данных, когда они собираются в базы или картотеки. Вот это в базы или картотеки тоже должно гореть огненными буквами в вашей памяти. А этим занимаются практически все организации, все предприятия. Цель защиты персональных данных есть не что иное, как защита тех самых фундаментальных прав и свобод лиц, которых эти данные касаются. Например, некорректная обработка персональных данных может повлечь ситуацию, когда, например, человека занесли не в ту колонку, не в ту графу, и он просто упускает хорошую должность. Или еще хуже, теряет работу. Есть еще более жесткие ситуации, когда у кого-то стянут все деньги с банковского счета, или это приведет к угрозе жизни человека, например, если манипулировать украденной информацией о состоянии его здоровья. Правила защиты персональных данных должны быть такими, чтобы личные данные нельзя было свободно продать. Должен быть контроль над тем, кто делает предложение, чтобы приобрести базы. А вы знаете, у нас такое, например, в Украине бывает. Я работала на предприятии, где базы покупателей, продавцов, работники продавали налево и направо. Если личные данные постоянно просачиваются, это может нанести компаниям значительный ущерб их репутации. Ну, это на Западе. А также привести к штрафным санкциям. Вот почему важно соблюдать правила защиты персональных данных. То есть идея кажется понятна. Это означает, что если кому-то нужна информация, а в жизни есть всевозможные случаи, то вам не могут отказать автоматически со ссылкой на GDPR. Может и откажут, но совсем по другим причинам. Не автоматом. Вот, например, вы где-то увидели, бабушка бедная живет там в конце, где-то бедная, вы хотите ей помочь. Вы идете там в мэрию, в сельсовет и говорите: дайте бабушкин адрес, я вот мешок картошки, я хочу ее отнести. Понимаете, нельзя так сказать. Мы на защите персональных данных. Вы что, хотите бабушку, значит, нанести ей вред, убить ее, как Раскольников топором? Нет, я не могу на это пойти, это бред собачий. Вы пишете, обращайтесь к руководству. Руководство видит, что вы адекватный человек. Видит ваш мешок картошки, который стоит. Еще может даст машину вам и адрес, и вы отнесете, отвезете этой бабушке мешок с картошкой. Нельзя автоматом. Только в том случае, вот если они заметили, что вы там что-то шнырите, собираете какие-то список этих бабушек бедных, тогда это может вызвать подозрение, тогда можно даже в милицию обратиться. Но мы еще будем впереди разбирать всякие отдельные ситуации. Пока мы изучаем такие базовые положения. Итак, GDPR также использует понятие чувствительной информации. Мы уже о ней говорили. Руководство по практике Европейского суда по правам человека, обновленное 30 апреля 2021 года, приводит перечень так называемых чувствительных категорий, so-called sensitive categories. Это данные, выявляющие расовое или этническое происхождение, данные, раскрывающие политические взгляды и религиозные или иные убеждения, в том числе философские, данные, свидетельствующие о членстве в профсоюзе, генетические и биометрические данные, данные здоровья, половой жизни или сексуальной ориентации, данные об уголовных правонарушениях и судимости.
Вот на этой картинке видно, как персональные данные отличаются от так называемых чувствительных данных. Персональные данные – это какая-то текстовая информация, там фотографии, аудиовизуальные картинки, звуковые записи какой-то идентифицированной или даже не идентифицированной личности. А так называемая чувствительная категория – это уже раскрывает расовое, этническое происхождение, то, о чем мы только что говорили, политические взгляды и, что интересно, религиозные, философские верования стоят совершенно рядом. И так далее. Ну, а теперь переходим от теории к практике и посмотрим, как обыкновенный университет США, Weber State University, классифицировал чувствительную информацию и выставил у себя на сайте. Итак, всю приватную и чувствительную информацию они разделили на три категории. Первая – high risk, риск высокой степени. Это информация, с которой можно похитить персональные данные или с помощью которой причинить вред личности, и для которой, внимание, существуют законодательные требования или отраслевые стандарты, запрещающие или налагающие финансовые санкции за несанкционированное раскрытие информации. К этому классу относятся данные, на которых распространяется закон Грэма Лича Блейли, GLBA. Это закон о модернизации финансов 1999 года. Это такой федеральный закон США, который контролирует работу финансовых учреждений, использующих персональную информацию физических лиц. И индустрия, конечно, платежных карточек, PCI. Вторая категория – это restricted, секретные данные. Это информационные активы, опять же, по которым существуют законодательные требования, запрещающие или накладывающие финансовые санкции за несанкционированное раскрытие. Секретные данные защищены федеральным и государственным законодательством. Здесь все серьезно. А именно, есть такой интересный закон об образовательных правах семьи и невмешательстве в частную жизнь. FERPA. Так вот, этот закон не то, что вы подумали, а он просто предоставляет родителям доступ к документам об образовании своего ребенка, возможность требовать внесения изменений в эти записи, а также осуществлять некоторый контроль над раскрытием информации из этих записей. Так как студенты могут болеть, то Weber университет также руководствуется законом о медицинском страховании, доступности медицинских услуг и подотчетности, о которой мы уже говорили, HIPAA, законом о доступе к государственным записям и управлении ими, и законом о защите данных. Третья категория – это конфиденциальная информация. Это данные, определенные уже самим университетом как конфиденциальные. Они должны быть защищены, поскольку они могут нанести университету вред в случае их раскрытия. Но такие данные не защищены федеральным или государственным законодательством. Например, ID пользователя в сочетании с паролем. И вот как университет проводит защиту чувствительной информации. Университетские колледжи и департаменты, которые собирают и хранят чувствительную информацию на компьютерных системах, включая номера социального страхования, сведения об удостоверении водителя, индивидуальную финансовую информацию, там номера кредитных карточек, номера банковских счетов или финансовой отчетности и т.п., должны прибегнуть к таким средствам безопасности, чтобы сохранить их целостность и предотвратить их разглашение. Университет гарантирует безопасность и защиту чувствительной информации, которая находится в депозитариях университета, будь то в электронной, бумажной или иной форме. И вот про FERPA. Это закон о образовательных правах семьи и невмешательстве в частную жизнь. Так вот, в этом законе есть такое положение. Школы могут разглашать без согласия так называемую каталоговую информацию. Как-то имя, адрес, номер телефона, дату и место рождения, грамоты и награды, а также даты посещения студентов. Однако школы должны сообщить родителям и студентам о каталоговой информации и предоставить родителям и студентам достаточно времени, чтобы они попросили школу не раскрывать информацию о них в каталоге. То есть разрешено все, что не запрещено. На том держится цивилизованный мир. А теперь, нагруженные знаниями, которые мы разложили по полочкам, давайте прочитаем некоторые законодательные положения тем, кто знает английский. Остальным просто слушать.
Стаття 6 Конвенції 108. Персональні дані, що розкривають расове походження, політичні погляди, релігійні чи інші переконання, а також інформацію про здоров'я чи статеве життя особи, або будь-які судимості в кримінальному порядку не можуть оброблятися автоматично, якщо тільки внутрішнє законодавство не встановлює відповідних гарантій. Інформація, що потрапляє до цих категорій, названа судом як чутлива і, на його думку, вимагає підвищеного ступеня захисту. А це положення із GDPR. Чутливі особисті дані слід зберігати окремо від інших персональних даних, бажано у зачиненій шухляді або шафі для зберігання документів. І от, наконець, така картинка поможе образно, так сказати, уяснити пройденный материал. Вот посмотрите, информация по степени важности. Самая красным цветом restricted — это самое секретное, там где стоит вот туда не ходить, запрещающий знак. То есть подъехали к какой-то организации, все, туда вам ходить нельзя. Вторая — это конфиденциальная, это уже менее защищенная, но, как мы говорили, для определенного круга лиц, тех, у которого есть ключик к этому замочку. Только те люди могут увидеть ту информацию. Следующее – это для внутреннего потребления информации. Я не знаю, что эта стрелка обозначает. Но, в принципе, это уже такая информация, которая для служебного пользования. И самое последнее, вот синим цветом, это публичная информация. Любой человек, который ею заинтересуется, вы должны ему выдать. И последняя картинка у нас, это для того, чтобы для понимания оценки. Вот мы видим, самая-самая секретная информация находится на вершине этой пирамидки. Ее очень мало, ее только 1%. Это второе, ну, процент — это 1% как на предприятии или даже в масштабах государства. Можно так, общая такая оценка. Конфиденциальная информация — это, как мы видим, данные о покупателях, о поставщиках, зарплатные ведомости какие-то вот сюда отнесены, это конфиденциальная, ее только 10%. Внутренняя информация на предприятии может 50%. Как мы видим, это инструкции всякие, посадовые, там документация всякая, в общем, такое. И, наконец, нечувствительная, то есть публичная информация. Это все остальное. Таким образом, подводя итог, логику и терминологию цивилизованных стран мы теперь понимаем. Все логично. Все разложено по полочкам. Мне, например, все понятно. Я когда читаю их законы, я все понимаю. Что у нас в Украине, это во второй части материала. Предупреждаю, там все грустно. Потому что если бы это было весело, то зачем бы вообще эти ролики делать?